Всем привет, с вами Алексей. Сегодня расскажу вам, как быстро, относительно быстро, скажем так, и самое правильно употребить фундук, для того, чтобы он принес вам максимальную пользу и все было замечательно. Итак, будем рассматривать на примере фундука сорта Трапезунд. Можно взять любой другой сорт, лишь бы он был, ну, желательно, чтобы он был крупный и круглый. Если он не круглый и среднекрупный, тогда надо будет воспользоваться орехоколами. Значит, смотрите, пробуем сейчас разлущить руками. Вот это все делается вечерком. Вечерком. Раз. Два. Жопка к жопке можно, можно по-разному. Но пока, значит, смотрите, орех этого года, опа, не лущится. Пробуем жопка к жопке. Вот жопка к жопке. Скрипит, не хочет. Пробуем бок, боковиночка к боковиночке. Так, орех среднекрупного размера этого года уже полностью практически высох. О, видите, а боковушечка поддалась. То есть взрослый мужчина, в принципе, может расколоть. Это я показываю вариант, если вы, допустим, взяли с собой на работу или вообще просто носите всегда фундук с собой, и вам вдруг что-то захотелось, в желудке как-то дискомфорт, вы можете всегда в любой момент перекусить. Как видим, пока процесс идет. Так, верхушка к верхушке получается. Ну, результатом я доволен. Один орешек попался пустой у нас. Так, 10 штучек. 10 штучек я взял среднего размера. Крупный лущится намного легче. Намного легче крупный орех лущится. Если вам так неудобно, то можно использовать орехокол. Так, ну пока пробуем по максимуму. Допустим, нет у нас орехокола, либо мы не хотим им пользоваться. Орех более крупный, конечно, будет лущиться еще лучше. Я уже об этом говорил. Так, все. Пустой орешек, недоопыление, скажем так, потому что там, где он растет, там выращиваются саженцы в первую очередь. А орех это, ну, как скажем так, вот, не все поддались. Что мы делаем? Берем любой орехокол, давайте вот этот попробуем. Раз, раз, раз. То есть орехоколом даже... Я бы сказал, может быть быстрее, может не так удобно. Так, чистка происходит великолепно. Все достается. Обратите внимание, какое ядро. Огромное, красивое. Просто замечательное ядро. Так, все. Теперь, вот этот стакан мы оставляем с вами до утра. В этом орехе произойдут определенные процессы. Он станет очень легким для желудка, для поджелудочной, для всего организма и станет максимально полезным. Все, водичку можно будет поменять. Вообще эту воду использовать не надо, то есть потом орех прополоснули и все, можно употреблять. Вот это будет самый полезный вариант. Второй вариант это после того, как вы его почистили, на вот такое блюдце без золота, без золотых окантовок, ставим в микроволновку и на максимальной скорости до минуты, на средней скорости там пару минут надо смотреть, но очень аккуратно, чтобы не сжечь орех, да, очень быстро может подгореть. И тогда он будет, скажем так, немного другого вкуса, изменяет вкус, но, к сожалению, таким полезным, как я вам показал, он не будет. Пожалуйста, пользуйтесь этим нехитрым способом. Как видим, все происходит быстро, без всяких особо усилий. И это, я вам показал, самый правильный вариант. Ну, если не хотите, то тогда покупайте просто уже в сыром виде фундук, разлущенный. Вот так вот его на ночь ставите, замачиваете и потом употребляете. Для чего замачиваете? Мне один мой друг рассказал историю. Говорит, ну вот представь себе, турки сидят, перебирают руками твой
фундук будущий, который ты будешь кушать. Потом, говорит, приспичило. Сходил по-большому в туалет, вернулся, руки не помыл и продолжает заниматься своей работой. Ну все, после этого, конечно, кто услышал эту историю, он понимает, что это может быть правда. Помимо этого, фундук еще разлущенный, уже начал терять свои свойства. Он уже валялся где-то на складах, где-то его опять перебирали, где-то его опять фасовали такими же чистыми, в кавычках, руками. Поэтому мы все пришли к выводу, что вот это будет самый идеальный вариант. Фундук, который вы вырастили сами для себя или купили у своих каких-то надежных людей, которые по минимуму там используют химию и так далее. И вот так вот его сделали, замочили и получили великолепные результаты, максимально полезно для здоровья. Куча витамин, куча микроэлементов. Из этого ореха делают лекарства от рака. Поэтому, если вы будете кушать орехи постоянно, да, там хотя бы жменью в день, хорошую жменью в день, то есть очень большая вероятность, что вы этой страшной болячкой не заболеете. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Кому не приходят уведомления, переподпишитесь, пожалуйста, обязательно со звенящим колокольчиком. Отписались и подписались со звенящим колокольчиком. Будет еще много интересного, я вам обещаю, на этом канале. И поставили лайк, кому понравилось, кому непонятно, написали в комментариях. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока.